Власти Ирана выясняют причины авиакатастрофы в районе города Кередж. Это в 40 километрах от Тегерана. Как передают местные СМИ, грузовой Боинг 707 совершал чартерный рейс из Бишкека. Авария произошла при посадке в районе города Кередж. Напомню, это в 40 километрах от столицы Исламской Республики. И по одной из версий, пилот выбрал не тот аэропорт. Но затем не справился с управлением, и Боинг выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в жилой квартал. На борту, по разным данным, находились от 10 до 16 человек. И, как передает агентство ФАРС, борт-инженер единственный, кому удалось выжить в результате аварии.